Подобные ярмарки вакансий Олимпийский университет проводит ежегодно. Это знакомство руководителей ведущих российских и зарубежных профильных компаний с талантливыми студентами, завершающими курс обучения в РМУ по программе «Мастер спортивного администрирования». Студенты уже зарекомендовали себя как успешные менеджеры в авторитетных спортивных организациях национального и международного уровня, а теперь могут занять места в успешных компаниях по всему миру. Работу студентам университета сегодня предлагали, например, федеральная база «Югспорт», «Горки город», «Роза Хутор», хоккейный клуб «Сочи», футбольный клуб «Локомотив» и многие другие. Мы в первую очередь ищем молодых, инициативных, энергичных, которые хотят добиться всего сами. Безусловно, это интересный формат и, на мой взгляд, одно из важных факторов для таких ярмарок – это, в первую очередь, обмен мнениями между работодателями и потенциальными работниками. Все студенты, которые обучались по разным программам Олимпийского университета в течение 4 лет, а таких более 600, уже трудоустроены. Наши выпускники по всему миру распространяются. Вот. Есть самые высокие должности. Они занимают, ну, например, генеральный секретарь Ассоциации национальных олимпийских комитетов Африки. Это наш выпускник 1-го года. У нас есть ребята, которые, между прочим, возвращаются в Сочи. Вот совсем недавно к нам сюда вернулся наш выпускник тоже 1-го года обучения, который создал здесь школу чемпионика для тех, кто любит футбол.